Ну, если знаем, что у нас ряд поражений, и команда, скажем так, была психологически яме, и так пускали головы, не выпадая. Наверное, шестой, и сегодня, если помните, тоже на день шестой, и тоже был момент. Но сегодня мы не пропустили, поэтому спасибо ребятам за игру, за самоотдачу. Скажем так, игра не была красивой, как другие игры, да? Ну, важно, мы сегодня 3 очка. Плюс к тому, что мы 3 дня назад играли на кубок, физическое состояние, были видно, ну, что команда у нас превосходила в некоторых эпизодах. Конечно, тяжело было восстановиться, но ребята выдержали, выиграли. Что хочется сказать, что это не расслабляется. У нас впереди еще длинная дорога, и наша задача остаться в примере. Всем спасибо. Один из тебя, один из финал. Да, каждая игра это финал. Тут победитель не обсуждает. Если на старте и фуртура не обсуждает. Она начала плохо играть, но у нас дискуссия или вопрос-ответ? Нет, это вопрос. Какой интересный. Сына фактора я заменил. Ну, говорю же, физически состояли. Мы недавно играли на кубок. Станислав еще играл 90 минут, поэтому видно, что это человек физически не человек, поэтому Bugün oyundan gelip çıkardı. 5 balık tizimde cam oyuncular hiç baho koyarlar öz oyuncular diye. Bugün oyundan gelip çıkardı. Şu pasajı ставит плохо или хорошо, сегодня результат важен. Да, потому что команда психологически яма. Две игры на 96 минуте пропускаем. Забиваем по 2, по 3 мяча и пропускаем. Поэтому сегодня важно было сыграть на 0 и забить перед ним. Bugün oyunda iki hafta fikirleriniz var. Bu maç. İlk iç. İlk oyunu yazdı bugün. Frane iki iç. Fikirleriniz oyun hakkında. Вопрос есть? Спасибо.